Друзья, а вы знаете, что обозначает на бильярдном сленге выражение «без несчастья»? Сейчас я вам расскажу. «Без несчастья» — это удар без каких-либо последствий для игрока. То есть, если шар падает, отлично. А если бы шар, например, не упал, то здесь бы ничего бы не произошло. Это удар, по сути, по отыгрышу. То есть можно атаковать вузу, делать активный удар, и за это этому игроку ничего не будет. Вот пример, когда я атакую вузу, прислоняю шар к прицельному второму шару, а этот просто становится на игру, и при этом была атака вузы. Получается еще петля. А кто не знает, что такое петля, смотрите в наших следующих выпусках. Как часто вы играете удары без несчастья? Скажите свое мнение, напишите в комментариях. Хотите ставить петли и играть без несчастья? Переходите в нашу школу и начинайте тренироваться.